Всем привет, дорогие подписчики и гости канала, с вами снова Зарбаба, и мы продолжаем проходить Anno 2205, экспертный режим. Итак, дорогие друзья, в прошлой серии мы с вами закончили на том, что занялись увеличением населения в мысе Эмбар. Я знаю, что это не по правилам. С вами Уэлл, отлично. Мы совершенно спокойны. Вот это другое дело. Иридий нам пригодится. И теперь мы сейчас будем выполнять потребности топ-менеджеров. У них требуется элитная одежда, умная одежда, элитные продукты. Так, омолаживатель подобрать. О, рядышком отвезти. Отлично. Так, значит, умная одежда. Сигнал еще идите. Наконец-то заткнулся. Отлично. Спасибо, босс. Так, я думаю, нам вот здесь вот лучше строить потребности для инвесторов. А вот на этом острове... А, нет, тут, кстати, здесь, по-моему, меньше. Да, он меньше. Поэтому, наверное, лучше все-таки здесь. Да, здесь мы с вами начнем тогда строить потребности для топ-менеджеров. Это элитные продукты и умная одежда. Начнем, конечно же, с элитных продуктов. Здесь сюда проведем дорогу. Давайте по максимуму здесь поставим модули. Отлично. Так, можно поставить по экономии электроэнергии. Я считаю, это будет большим плюсом. Плюс вот так вот мы с вами проведем дорогу. Отлично. Так, не хватает теперь у нас вина. Виноградники, наверное, мы с вами будем строить вот в этой части. Так, модуль сюда. Модуль сюда. Модуль сюда. Ну и давайте сюда поставим. Так. Этого маловато, конечно. Внимание. Не удовлетворен спрос на определенные товары. Поэтому поставим еще один виноградник и тоже по максимуму этих модулей. Так, нам как бы тут оставить возможность провести дорогу. Отлично. Так, но все равно не хватает вина. Давайте мы все-таки с вами вот здесь проведем дорогу. Вот так вот, отлично. Так, хорошо. Строим тогда еще один виноградник. Так, а почему я дорогу как-то криво поставил? Не так, как мне надо было. Что-то как-то я не заметил этого. Так, еще один виноградник. Тоже по максимуму модулей. Отлично. Так, все, с вином нормально. Теперь не хватает нам только мяса. Нам не хватает мяса. Так.
Мясо, наверное, будем ставить вот в этой части острова. Так, отлично. Ставим по максимуму модулей. Эх ты, блин, чуть-чуть не хватает, да? Чтобы поставить красиво. Да, к сожалению, не получится поставить красиво. Как бы мне хотелось. Ну, давайте вот так поставим. Так, сразу здесь вот так вот проведем дорогу. Сои. Ну, соя у нас будет здесь с вами располагаться. Так, одного завода мало, да? Значит, требуется еще один. Отлично. Так, что у нас? Сои нормально, не хватает только еще немножко мяса. Ну, давайте мы здесь с вами поэкономим электроэнергии. Отлично. Так, и еще мясо. Еще мясо. Еще мясо, еще мясо. Ну, давайте сюда. Так, отлично. В принципе, все хватает. Элитных продуктов аж плюс 23. Это нормально. Так, теперь займемся умной одеждой. Умной одеждой. Так, строим здесь... фабрику. Вот так вот будет отлично. Вот так вот будет отлично. Сюда пока вглубь проведем дорогу. Так, ставим максимальное количество модулей. Так, теперь у нас не хватает. Давайте как раз вот эти вот льняное полотно. Фабрику льна. Вот так, наверное, поставим. Так, ставим по максимуму модулей. Все, да? Да, все. Как-то очень быстренько. Но все равно не хватает, кстати. Все равно не хватает. Поэтому здесь... наверное, лучше как-нибудь вот так поставить, мне кажется, дорогу. Еще лен сюда. Так. Пока хватает, да? Но у нас не хватает умной одежды все равно. Поэтому давайте по максимуму мы здесь. Тоже все. Блин, как быстро, а? Как все быстро. Наверное, мы лучше его вот так сейчас поставим. Отличненько. Пусть лучше здесь стоит. Так, следующее это микрочипы. А вот так вот у нас будет стоять завод здесь. И модули. Компания выросла в цене. Угу, отлично, у нас уровень компании подрос. Так, шахта. Первая шахта. Первая шахта это у нас
Ах, не хватает роботов строительных. Круто. Привет. С тобой здорово. Иметь дело. Давайте все это затаримся. Отлично. Так, два доп. Задания целых. Перейду сразу к сути. Это дело давно. И все по графену. Как же это неинтересно. Так. Вот так вот будет, наверное, нормально. Не хватает, да? Не хватает у нас. Давайте по максимуму. Отлично. Здесь, кстати, сколько у нас возможностей модулей? 6 модулей. Будем ставить в длину. Ну, давай сюда. Последний. Так. А, у нас потом нехватка будет с кремнием. Слишком много. Поэтому лучше мы так делать не будем. Вот так вот. Отлично. Так, дальше. Следующий завод. Следующий завод. Здесь тогда проведем дорогу. И вот так мы с вами его поставим. Дальше пойдут модули. Давайте по максимуму тогда. Отлично. Не хватает только льна. Но сейчас мы эту тоже проблему с вами решим. Всего лишь 3, так мало. А, нет, 4 я могу. Че, я могу 4 поставить. Во. Все, отлично. Хорошо, потребности в умеренном климате решили. С Арктики не хватает. С Арктики всего хватает, а вот с Луны не хватает биоусилителей. Биоусилителей. Так. И метро, да? Мне нравится эта уверенность в завтрашнем дне. Да. Метро, но у нас еще есть возможность построить топ-менеджеры, поэтому мы сейчас с вами этим и займемся. Так, теперь вот в этой части. Так, заканчиваются биополимеры, запускаем завод. Запускаем завод. Так, и опять у нас проблема с водой, с едой. Но сначала повышаем. Вы бы предупредили. У меня холодильник пуст. Так, биополимеры. Еще доп. Задание. О, ты как раз вовремя. Я счастлив. Серьезно. Мы живем не в черно-белом мире, а ночью все кошки серые. Так, отлично. Ох, тут сколько объектов-то, ё-моё. Так, отправляем сюда. Следующий объект. Сюда, следующий. Блин, ну отлично. Ну отлично. Отмена, отмена, отмена. Пути. Ай, на острове. На острове, блин, ё-моё. Да что ж только глюков-то стало последнее Ладно. Время быть, а? Все бывает. Это немножко раздражает. Не дает возможности заработать иридия. Это плохо, это очень плохо. Так, и... Зарплата, рабочая атмосфера, все идет... Все, типы зданий закончились? Ну, отлично. Ну, отлично.
не хватает, при этом еще и службы безопасности. Просто шикарно. Мне настолько уже надоело вот этот вот участок со службой безопасности, поэтому мы просто сейчас этот дом куда-нибудь перенесем, чтобы нам тут не мозолил глаза. Так, какой-нибудь сейчас... О, да здесь многовато, конечно, не хватает. Тут еще не хватает. Так, ладно. Пока вернем тебя на место, значит, нам требуется перенести вот отсюда три дома. Так, сюда. Сюда, 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 сюда. И ты пойдешь тоже сюда. В итоге нифига. Все равно минус 2 не хватает. Ох, это вот здесь, да, у нас? Плохо, плохо. Значит, потребность все-таки мы здесь не решим с вами. И здесь еще не хватает. Отлично, здорово. Ладно, фиг с ним. Пока тогда решаем потребности. Сначала это с водой. Здесь у нас что? Еще два места, да? Нет соединения с улицей, но это сейчас мы быстренько решим. Вот так вот. Нормально, да? Только проблема сразу с логистикой встала. Ой, это электроэнергия. Это не то. Иридий закончится. Отлично. Так, ладно, предлагаю тогда построить здесь. Так, и вот эти вот. Анализ потребления демонстрирует потребность в ряде товаров. Вот теперь лучше посмотрим. Здесь только два требуется. Здесь один. Пусть так и остается. Здесь тоже можно поставить два. Все. Так, проблема с водой решена. Теперь у нас натуральная пища. Внимание! Спрос на ряд товаров не удовлетворен. Сейчас все будет нормально. По максимуму тоже здесь поставим. Фух, все здорово. Так, вот это вот можно опять все поставить на паузу. Так, не хватает немного омолаживателей. Как на иглу. Ставим тогда вот здесь вот с вами по максимуму вот эти вот заводы. Эх, тут не получается. Отлично. 44 аж. Ха-ха-ха. Хорошо, замахнулись. Так, если я попробую сейчас вот это вот как-нибудь сюда перенести. Я думаю, в принципе, получится поставить здесь все нужные модули, поэтому строим здесь еще один завод. Мы даже его вот так с вами поставим. Так, модули. Сюда, анализ сюда. Анализ потребления демонстрирует потребность в ряде товаров. Отлично. По максимуму. Сколько у нас в итоге? Нормально, не хватает только немного водорослей. Так, хорошо, раз не хватает, тогда мы с вами сюда проведем дорогу. И я бы хотел бы еще одну проблему решить в плане
Здесь поставим с вами, наверное, логистику еще одну. Потому что доставать не будет водоросли. Так, и по максимуму. Так, сколько у нас в избытке? 60. Я предлагаю вот эти вот сейчас создать маршрут. Здесь у нас время уже заканчивается, поэтому мы его просто удаляем. Удаляю этот маршрут из реестра. Да, молодец. А вот здесь создаем новый маршрут. Водоросли отсюда сюда. Вот там требуется 20. Пусть будет там 20. Отлично. Обработка данных. Фух, все, проблему здесь тоже мы с вами решили. Так, здесь не хватает теперь немного опять элитных продуктов. Но это требуется постройка еще одного завода. Еще одного завода. Так, поэтому, наверное, мы это с вами мясо немного подвинем сюда. Завод поставим здесь. Так, не хватает вина. Иди уже, работай. Да не очкуй, пойду я работать. И так работаю в поте лица. Так, что с вином? С вином нормально, теперь немного не хватает мяса у нас. Ну, давайте перенесем сюда теперь. Так, модуль сюда. И модуль еще сюда. Хорошо, здесь можно сэкономить немного электроэнергии. Не отвлекайтесь. Да, успокойся, все будет нормально. Так, и сою. Давайте теперь ставить сою. Отлично. Так, теперь не хватает немного умной одежды. Ну, здесь у нас уже по максимуму, да, все модули. Поэтому вот так вот прокладываем дорогу прям до шахты. Отлично. И здесь строим еще один завод. Вот прям так вплотную сюда. А модуль поставим с вами сюда. Так, и отлично. Потребностей никаких нет. Теперь Арктика. Не хватает 4 нейроимпланта. Давайте это решать. Как раз там 4, да? А, это у нас не тот. Это у нас не тот, кстати. Стоп, а почему я... У меня почему-то маршрут данного транспорта нет. Вот здесь нам надо вот так вот сделать. Отлично. Маршсортировка. Так, отправляемся тогда в Арктику. Тебе наверняка нужны заказы. Там сейчас решим проблему с нейроимплантами. А потом тогда уже будем решать вопрос с биоусилителями. Так, завод, завод. По максимуму у нас здесь. Поэтому давайте мы, наверное, вот в эту сторону будем строить. Очередной завод. Все, отлично. Одного завода вполне хватило. Единственное, что еще можем здесь поставить, это два модуля с аккумуляторами. Немного поэкономим электроэнергию. Все отлично. Так, с умеренного ничего не требуется. Все, отправляемся с вами на Луну. А, здесь у нас в итоге с Арктикой работаем этот протекторат Кингейт. Ей же отправляем алмазы, да? А, Бирюзовая бухта. Кратер Ивамото. Ну, давайте в кратере Ивамото. Или не в кратере уже. Где бы нам лучше? Не, давайте пока кратер. Заселять будем один только кратер. Я рада, что мы больше не один. Отстань.
Там тогда мы еще построим еще один завод по этим биоусилителям. Правда, нам сейчас требуется создать еще один маршрут, чтобы видеть потребности. Так, луна. Сюда. Сюда. 13 аж требуется. Хо-хох. Марш обнулевая эффективность маршрута. Так. Срочно примите меры. Сейчас примем. Кстати, что у нас здесь со щитом? Вот здесь его не хватает, кстати. Поэтому вот так вот проведем дорогу. Вот так вот. Отлично. Отлично. Я думаю, на вот этот вот щит можно будет удалить. Да? Нет? Нифига. Нифига. Если попробовать немного сдвинуть или поменять расположение вот этого щита. Нет, лучше тогда оставим. А здесь тогда маленький. Остается. Так, хорошо, решаем потребности. Гелий у нас здесь. Отлично. А вот с Арктики не хватает дейтерия. Это плохо. Это плохо, но сейчас мы этим вопросом тоже решим. Сначала биоусилители. Маршрут неэффективен. Причина – отсутствие товара. Редкоземельные. Решим проблему. Так, редкоземельные у нас, по-моему, шахта уже здесь располагается, да. Так, еще требуется 7. Еще требуется 7, значит, требуется постройка еще одного завода. Влияние корпорации возросло. Нулевая эффективность маршрута. Срочно примите меры. Примем. Подожди. Так. Последний модуль. Так, не хватает теперь только у нас дейтерия. Давайте смотреть, где мы с вами его. Ага. Ледяное поле Аки. Ну, давайте. Марш, обновляю данные. Так, здесь вроде все потребности мы с вами решили, да? Здесь тоже. С умеренного тоже. Поэтому отправляемся в ледяное поле Аки. Там надо нам добывать дейтерий. Вы расширяетесь. Отстань. Так, дейтерий, да, нам только здесь требуется. Давайте искать. Где у нас есть... шахта. Здесь у нас, по-моему, да, это не то. Дейтерий у нас шахта выглядит вот так. Здесь нету. Здесь у нас. Вот. Вот дейтерий. Все отлично. Одного вполне хватает, но я думаю, лучше нам поставить по максимуму. Да. Так, здесь все с луны, все с умеренного. Все отлично. Доп. Задание какое-то есть. А это тебе по зубам? Это неинтересно. Снова возвращаемся в свой умеренный климат в мыс Эмбар. И сейчас будем строить... Вы получили официальное разрешение строить метрополитен. Мосты в одобренных союзом местах. Опять же, не хватает службы безопасности. Опять же, ее не хватает. Так, а если я... поставлю ее здесь. Будет плюс 8. Нормально. Так, метро. Да здравствует метро. И куда нам его ставить? Надо как-то здесь его поставить.
Так. Лучшим вариантом, говорят, будет здесь. Хорошо, значит, нам надо перенести 6 домов. 6 домов. Так, 6, 6, 6. Ну, давайте. Так, для начала, наверное, вот эти вот 6. Начнем отсюда. Начнем отсюда. Здесь нет возможности поставить... А, нет, лучше, наверное, тогда отсюда с мелких начать, да, с первого уровня. Так, сразу проведем дорогу. Здесь, да, поставить. Это только 5 перенесли. И теперь 6. 6 сюда, теперь здесь. Отлично. Так, значит, теперь здесь переносим. Нет, тут вроде красивее, поэтому лучше так. Вот эту дорогу сносим. И метро. В итоге минус 5. Да, минус 5. Метро не до всех достает, к сожалению. К сожалению. Значит, нам требуется... Я думаю, вот здесь мы с вами построим еще одно метро. Поэтому переносим еще дома. Да, не хватает только метро. Блин, я не те дома начал приносить. Ну ладно. Раз уже начал. Хорошо. Так, плюс 5, здесь тоже плюс 5. Смысла, да, нет никуда. Да, часть вести, поэтому здесь ставим. Ух ты, у нас даже так дорога соединилась, отлично. Так, потребности в метрополитене нет, но можно поставить декорации. Так, ну и здесь давайте теперь.
Здесь парковочку, наверное, поставим. Отлично. Здесь тоже. Здесь можно парковую зону. Сюда парковую и сюда парковую. Отлично. Так, сюда. Сюда. Отлично. Так, все, потребности вроде мы сейчас здесь с вами решили. Всего хватает. Можем теперь, в принципе, увеличивать дома, да, до инвесторов. Почему бы и нет? Почему бы нам сейчас этим не заняться? Посмотрим, сколько у нас тут. Что за задание? Я знаю, что это не... Нет, неинтересно. Это дестабилизирует... Это тоже неинтересно. О, подарочки. Подарки я люблю. Так, ну давайте запустим предприятие. Здесь закупимся. Добро пожаловать. Люблю разборчивых покупателей. Угу, отлично, хорошо, затарились. Так, ну что, давайте начинать увеличивать... Дома до топ-менеджера. О, до инвесторов. До инвесторов. Да. Весьма привлекательный объект. Интересно, сколько мы сможем их построить. Создан новый логотип, символизирующий рост компании. Внимание! Спрос на ряд товаров не удовлетворен. Все, что ли? Эту работу я ни на что не пойду. А, суперсплавы закончились, ничего себе. Да это же мой люб... Ты об этом не пожалеешь. Давай, приобретем. У тебя наметанный глаз. И что теперь? У меня отличная работа. Ага, нехватка. Нехватка нейроимплантов. Ну, давайте тогда решать потребности. Что у нас здесь? Здесь не хватает еще немного сока. Еще немного сока. Так, строим здесь завод. Внимание! Не удовлетворен спрос на определенные товары. Отлично, с соком проблемы решили. Так, теперь немного не хватает умной одежды. Мы вышли на новый уровень. Так, льняное волокно. Еще один, значит, заводик. Отлично. Так, ну пока с репликаторами и андроидами мы ничего делать не будем. Здесь нейроимпланты, опять же, в количестве 13 штук. Это очень много. Обработка данных. Опять не хватает у нас инфодрома. Не хватает, блин, его вот здесь. Вообще, при каких делах здесь не хватает инфодрома, я даже не знаю. Так, а если я его вот сюда поставлю? Вот пусть здесь стоит. То он меня уже бесит. Так, квантовые тоже пока не занимаемся. С Луны не хватает антигравов, но это все для топ-менеджеров. Да? Ой, для инвесторов. Это все для инвесторов. Пока эту проблему мы не решаем. Отправляемся с вами в Арктику. Круто! И ты здесь? Нейроимпланты. Загляни на мой склад, пожалуйста, если найдешь время. Нейроимпланты. Так, заводик у нас где-то здесь, да. Давайте еще один поставим. Так, шахта. Здесь по максимуму, значит,
Требуется строить еще здесь. Пенометалл. О, привет. Ты в порядке? Неплохо. Вот я и воспользуюсь твоим складом. Все отлично. Проблема решена на Луне. Ничего, здесь все тоже в норме, здесь тоже все в норме. Так, ну что, все. Отправляемся снова тогда в умеренный климат. Мы с Эмбар. И будем решать там потребности. Хотя, я думаю, сейчас стоит заняться еще увеличением по максимуму до инвесторов. Да, давайте, наверное, мы сейчас этим и займемся. Чудесный город. Ну, в чем проблема-то? Немного задержались стрелочки. Все, что ли? Чудесный город. Да. Типы зданий закончились. Так, потребности. Анализ потребления демонстрирует потребность в ряде товаров. Так, что здесь? Это давно мне глаза мазали. Опять графен. Нет. Так, сок. Сок, сок, сок. Отлично. С Арктики. Вот как раз вот эти нейроимпланты. Давайте мы, наверное, их по максимуму. Отлично. Обновляю данные. Так, теперь решаем потребности для инвесторов. Это репликаторы и андроиды. Репликаторы и андроиды. Вот почему его здесь нельзя построить мостик, да? Было бы вообще так здорово. К сожалению, нельзя. К сожалению, нельзя. Так, и где бы нам этих репликаторов построить? Наверное, будем строить на этой части острова. Да. Так, и начнем с репликаторов. Так, здесь у нас как раз логистика. Мультипризмы. Ну, давайте ставить эти мультипризмы. Так, алмазов хватает, да? Алмазов хватает. Что не хватает тогда нам здесь? Ага, редкоземельных элементов не хватает. Ну, давайте создавать новый маршрут. Луна, редкоземельные элементы. Ну, давайте с какого-нибудь другого. Вот отсюда, допустим, 9. И сюда. Устанавливаю связь. Отлично. Сколько в итоге? Можно поставить еще один модуль. Вот пусть будет он у нас располагаться. Хватает, все равно не хватает призмы, да? Ладно. Маршрут неэффективен. Причина – отсутствие товара. Алмазы. Не хватает алмазов, но у нас вот здесь вот есть шахта. Ух ты, с электроэнергией теперь проблемы. Стоп, нет, не сюда. Раз у нас проблема с электроэнергией, давайте мы ее и поэкономим с вами. Отлично. Так, здесь тоже много жрет, да? Здесь тоже много жрет. Внимание! Спрос на ряд товаров не удовлетворен. Отлично. Пусть будет так стоять. Ну и здесь еще один можно поставить. Хорошо, пока пусть так стоит. Дальше решаем потребности. Это вот в таких вот микрочипах.
без проблем. Поставим здесь. И шахта кремниевая. Все отлично. Все отлично. Так, теперь андроиды. Какое-то еще доп. Задание есть. Мне пригодилась помощь руководства. Нет, графен не требуется мне. Так, андроиды. Андроиды. Для производства андроидов требуется вот такие вот чипы, да? Давайте мы, наверное, его вот здесь вот поставим. Завод с андроидами, скорее всего, будет стоять у нас вот здесь вот. Ага. А у нас не хватает иридия. Мы, в принципе, можем поставить, да, один какой-нибудь модуль. Но это ни к чему не приведет. Ладно. Электроэнергия. Значит, электроэнергия у нас, благо, есть возможность, откуда ее брать. Сортировка данных. Так, кремния не хватает. Ох ты как. Давайте по максимуму кремния, потому что андроидов мало. Отлично. Отлично. Так, хорошо. Здесь у нас по максимуму, по максимуму. Значит, строим сюда. Все, здорово. Теперь вот эти вот чипы. Так, давайте пока вот этот модуль перенесем. Либо вообще его пока снесем. У нас иридия маловато, поэтому толку пока от него не очень много. Так, и еще один. Отлично. А, не хватают биосмолы. А биосмолы у нас вот здесь. Но мы, в принципе, с вами можем вот этот завод закрыть. Я бы даже сказал, что мы можем с вами его уничтожить вообще, потому что он нафиг нам не нужен больше. Да. Теперь давайте смотреть по биосмолам. Это слишком много, это тоже много. Вот так вот достаточно. Вот так вот достаточно. Отлично. Так, доп. Задание. Эти идиоты ни черта не знают. Мне нравится. Груз. Ну давай. 27 иридия. Так, осталось проблему решить только с квантовыми компьютерами и антигравами. Отлично. И куда его доставить? Ага. Подтверждаю. Ну давайте проблему тогда эту решим, это задание. А потом тогда уже двинемся в Арктику и решим проблему с квантовыми компьютерами. У нас тут и с логистикой, да, уже проблема по нулям. Хорошо. Терпение и труд. Отлично. Подтверждаю. Пусть пока плывет. Ну, а мы тогда с вами отправляемся в Арктику, но сначала создадим новый маршрут. Квантовые компьютеры. Отсюда сюда в размере 24 штук.
Устанавливаю связь. Переходим теперь сюда. Мы с вами вообще не создаем нигде этих квантовых компьютеров. Поэтому предлагаю нам... Угу. То есть сектор ты не выкупил, да, у нас? Молодец. Пути. Ты все сюда еще никак не доедешь, блин. Выкупаем здесь сектор, и тогда здесь начнем строить все заводы по добыче этих квантовых компьютеров. Из всех ледяных полей я бы тоже выбрала это. Молодец, наконец-то. Так. Квантовые компьютеры. Квантовые компьютеры. Так, проведем здесь дорогу тогда. Так, не хватает, что у нас здесь? Суперхладагента, но, по-моему, я его здесь нигде не произвожу. У меня нет завода. Да, поэтому... Так, сюда дорогу. Так, электроэнергия. Блин, я не смогу много поставить здесь. Не смогу. Так, теперь не хватает гидрата метана и дейтерия. Смогу где-нибудь здесь поставить. Можно, в принципе, вот здесь вот, да, провести дорогу. Там поставить логистику, потому что ее будет нехватка острая. Да, и проблема будет с электроэнергией. Отлично. На маршруте перебои в поставках. Так, откуда мы ее доставляем? Отсюда. То есть там требуется постройка. Так, а если я удалю, создам новый маршрут отсюда сюда. Это слишком много. Влияние корпорации возросло. Вот так нормально будет. Отлично. Подключение так. Установлено. Ставим, значит, гидрат это метана. Вот. Я верю вам как себе. А здесь ставим дейтерий. Все, отлично. Так, а кубитовый процессор я уже где-то строил, да. Вот здесь вот, отлично. Хорошо. Восполняем потери. Сколько у нас тут требуется? 21. 12, 9, 6, 3. Все. Все, кончились. Так, суперхладагент. Так, гидрат метана. А, нет, гидрат метана не требуется. Иридий тоже не требуется. Так, требуются только кубитовые процессоры. Отлично. Так, модули закончились. Молибдена хватает, а вот алмазов... Алмазов не хватает. Давайте здесь по максимуму. Ну, да что ты будешь делать, ё-моё.
отлично. Сортировка данных. Так, хорошо. Еще не хватает нам трех квантовых компьютеров. Давайте достроим еще один завод. Так, проведем дорогу. Давайте как-нибудь даже до шахты. Ну, отлично, пусть здесь стоит. Все. Не хватает только кубитовых процессоров. Пора отвечать за свои слова. Ладно, сейчас что-нибудь забацаем. Давайте пока отправим. Пусть цепляет дрона. Так, и кубитовые процессоры. Где бы нам их с вами поставить? Давайте, наверное, здесь мы с вами поставим их. Все, отлично. Всего хватает, с умеренного тоже все хватает. Круто. Так, отправимся тогда мы с вами снова на наш мысэмбар. Ты просто не сможешь отказаться от сделки. Я предложу лучшую цену. Предлагай, предлагай. Я не против. Так, и... нам требуется построить стадион. Правда, еще есть антигравы, но... Я улыбаюсь. Лучше построим с вами стадион. Так, и... наверное, вот так мы с вами его здесь и поставим. Вот эти вот 9 домов. Спрос на ряд товаров не удовлетворен. Перенесем. Ну, наверное, займемся мы этим уже в следующей серии. А сейчас давайте пока отправим маршрут с антигравами. Отличненько. Все, здорово. Потом отправимся с вами на Луну и решим потребности. Это затрудняет работу. С антигравами. Я думаю, мы с вами сейчас дотянем до 600 тысяч жителей. Да, отлично, я вас с этим поздравляю. И на этой приятной ноте мы с вами завершаем сегодняшнюю серию. Так что не забывайте подписываться на канал, советовать своим друзьям, вступать в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих прохождениях. Всем пока!